Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов в выбранной деятельности. В качестве талисмана этим людям подходит бледный нефрит в соприкосновении с телом. Владельцы этого имени одарены великолепной фантазией и воображением. Их присутствие всегда придает окружающему отблеск таинственности, но иногда болезненно ранимы. Их утонченная натура плохо приспособлена к грубости и хамству современного мира. Буквы «Ж» в имени – это стремление к эстетической завершенности. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Такт буквы «Ж» – это страсть, фонтан, огромный выброс эмоций. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого – склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. Успешным партнером для носителя этого имени будет обладатель имени, у которого значение имени равно одному. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Владельцы этого имени способны идти к своей цели, невзирая на препятствия и трудности, однако уязвимы и чрезвычайно зависимы от мнений близких людей. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Буква «Т» дает человеку настырность. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Значение буквы «Т» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.